темные годы большевистского беспросветного существования расплодили преступность народа. Тяжелые военные времена еще более усугубили развитие хулиганства и преступности. Эти картины нынею знакомы. Кто же заступится за беззащитную старуху? Кто спасет от пьяных бандитов этого человека? Этот наш незаметный, но могучий друг и защитник, это сделает наша полиция. Стой! Руки вверх! Тысячи мелочей бытового обихода заставляют работников полиции уделять им внимание. Вот видите, эта женщина превратила парадный ход своего дома в мусорную свалку. Она не хочет понять, что теперь она не должна мириться с грязью, а наоборот, пора содержать дом и участок улицы у своего дома в чистоте и порядке. Вечером в задушевных беседах с друзьями и любимыми, в веселых совместных прогулках по деревенской улице скрывается вся та неразрывная связь, которая соединяет работников новой полиции с народом.